Добрый день всем! Сегодня на повестке дня у нас увеличение размера дубленки методом растягивания. Ну, конечно, мы сделаем небольшой ремонт, уберем по борту лисицу потертую, уберем тесьму, закроем дубляжом дырки под тесьмой, уберем снизу, по низу изделия тесьму и по рукавчикам. А также увеличим дубленку около 8 сантиметров, планируем. Вот сейчас карманы так сильно расходятся, это я делаю ее на 48 размер манекена. На нем же буду мерить после растяжки. Саму растяжку мы не снимаем, чтобы другие ателье не копировали, так как мы сами изобрели этот метод. Классно садятся потом вещи, при этом нет никаких... Вы сейчас можете видеть, что манекен, дубленка на манекене облегает бедро. И вот такая вот спинка. И вот наша готовая дубленочка. Ну, конечно, сразу бросается в глаза, что мы убрали по борту мех потертый. Борт и тесьму, естественно, убрали по борту, по низу рукавчика. Так вот. Теперь у нас просто обычный классический обрезной низ. А борт мы сделали из дубляжа. То есть место, которое было закрыто тесьмой с побитыми дырками уже и клеем, мы закрыли теперь тем же дубляжом, слегка укоротив дубленку на это расстояние. Заменили пуговки, они были металлические, все время отрывались у клиента. Сейчас это на самом деле... кожаные пуговицы, они итальянские, слегка еле-еле мягкие, очень фирмовые, но смотрится очень сдержанно. Ну и самое главное, конечно, мы растянули эту дубленку, увеличив ее на 8 сантиметров по груди, талии и бедрам. Манекен того же 48 размера, специально мы одели ее. Вы можете видеть, что карман еле-еле расходится, практически нет. При том, что дубленка по бедрам застегнута. А до этого я дубленку одевала, застегивая на талии, но при этом на бедрах она уже не сходилась. И вот спиночка. То есть вы видите, что нет вообще залома, исчезли на талии. И по бедрам она очень хорошо сидит. А также немного почистили воротничок, чтобы он был свеженьким. Ну что, кому понравилась наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Да и до новых встреч!